Ни разу не полезный завтрак будем готовить, ну ладно. А, футболку переодеть нельзя же в одной тоже, или можно? Нельзя. Дай чаечку, пожалуйста. Так, ты достал меня, Александр? Чаечек. Так надо, понимаешь, парни. Всем привет! Мы сегодня снимаем очень простой вкусный рецепт на завтрак. Для этого нам потребуются яйца, хлеб и сахар. Так, поехали. Разбиваем куриные яйца в стакан и хорошенько их взбиваем. Достаем скорлупку. Взбиваем наши яйца. Теперь выливаем нашу получившуюся яичную массу в тарелку. И просто вымакиваем наш хлебушек. Итак, теперь... Сейчас! Вот так! И так! И вот так! Так, мы обмакнули наш хлебушек в яичную массу с двух сторон, и теперь нам осталось только пожарить его и сверху посыпать сахаром. Да? Ты тоже ждешь гренки? Я из него хочу сделать гренки, понимаешь? Он орёт. Растапливаем кусок сливочного масла на среднем огне, дабы оно не загорелось. Поднимаем температурку. Масло должно подкипеть чуть-чуть. Помешиваем. И выкладываем хлебцы. Обжариваем с двух сторон и посыпаем сахаром. Мы выложили наши хлебцы на сковородку, теперь ждем, когда они подзолотятся. Белок свернется и можно кушать. Мы закончили обжаривать наши вкусняшки. Теперь нам нужно их выложить в тарелочку и посыпать сахаром. Сахара нужно немного, буквально одна ложка. Мы обжарили наши хлебцы, и получилась вот такая вот вкуснейшая штука. Это охренительно, это просто охренительно. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайк, делись видосиком с своими друзьями. Ты не оператор, и чай ты. Дорогой друг, спасибо тебе за просмотр, приятного аппетита, подписывайся на канал, ставь лайк и помни, готовить может каждый. Ну так охуенно.